Видео подготовлено сайтом onlinegtz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1475. И нам нужно из натуральных чисел, расположенных между числами 11 и 43, выписать те числа, которые пункт А кратны числу 7. То есть те числа, которые делятся на 7 без остатка. И давайте сначала выпишем все натуральные числа, которые расположены между числами 11 и 43. Число 12, 13, 14, 15 и так далее. Вот все числа я выписала. И теперь выбираем среди этих чисел все числа, которые делятся на 7, то есть кратны числу 7. Первое число, которое нам встречается, делящееся на 7, это число 14. Дальше число 21, 28, 35 и 42. Вот эти числа кратны числу 7, то есть делятся на 7. Пункт Б. Кратны числу 3. Выписываем все числа, которые делятся на 3. Первое число 12, оно делится на 3 и дает нам 4. А дальше выписываем каждое третье число. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 42. Пункт В. Кратное число 9, то есть делится на 9. Первое число, которое нам встречается, делящееся на 9, это 18 в этом ряду. Ну а дальше каждое девятое число выписываем. 18, после 18 идет 27, после 27 36 и все. Всего три числа, которые делятся на 9 у нас здесь. Пункт Г. Кратное число 5. То есть делится на 5. Все числа, которые оканчиваются пятерка или нулем, делятся на 5. Поэтому в данном случае это числа 15, 20, 25, 30, 35 и 40. И пункт Д. Нечетные числа. Все числа, которые оканчиваются нечетной цифрой, то есть 1, 3, 5, 7, 9, являются нечетными. Ну, здесь мы долго будем выписывать. Первое число 13, дальше 15, 17, то есть через одно число выписываем. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 и 41. Вот все, выписали все нечетные числа. И выполнили задание 1475. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.